детей удышал живой. Нес семье гостинцев в рюкзаке потертом. У околицы встретился сосед, обнял и сказал: дома больше нет. Мать, отца, сестру не вернуть из мертвых. И в этот светлый день он сошел с ума и молчал два дня и две ночи. И лишь на третий день ушел, взяв автомат, понял тут солдат, чего хочет. Пересек границу, пришел в страну, с кем совсем недавно вели войну. Голод да стервятники, снег да кочки, стал искать деревню подходящую, между двух рек у леса лежащую, с домом, где живут мать, отец и дочка. И в этот светлый день он сошел с ума и молчал два дня и две ночи.